Андрей Андреев о публичной известности для себя и своей семьи никогда не мечтал. Так уж вышло, что отец семерых детей не стал терпеть произвол чиновников и занялся общественной деятельностью. Защищает интересы многодетных семей. Хотя, пожалуй, не только многодетных. С работой органов опеки и отдела по делам несовершеннолетних может столкнуться любой родитель. Опека может мешаться, ПДН может мешаться. А обжаловать их действия фактически невозможно. Проблема, по мнению многодетного отца, не в том, что у нас принимают новые законы, внедряют ювенальную юстицию, а в том, что оставляют многочисленные пробелы и лазейки в законодательстве. Потому что до сих пор толком не сформулированы, что такое неблагополучное содержание детей, неблагоприятные условия, что такое социальное опасное положение. Изъять могут любого ребенка в любой момент, утверждает Андрей. Все зависит от мнения государственного служащего. В деревнях и на окраинах города, говорит общественник, ситуация получше, чем в многоэтажных домах в центре мегаполиса. Дело в том, что, по его словам, сотрудники опеки и прочих служб, как правило, не отличаются храбростью и предпочитают не связываться с особо буйными родителями. В городе семьи не дают отпор. Городские жители все-таки больше послушные. Сельские более, ребята, резкие, то, что я сколько раз с сельчанами разговаривал, говорят, да пусть сунутся. Да вон из-за села они не выйдут. Останутся вон там на околице. И никто ничего не видел. Будет все вот. Общественники сейчас готовят обращение к президенту с требованием навести порядок в этой сфере. В нем будут и предложения по поводу того, что нужно сделать уже в самое ближайшее время. Прекращать борьбу за права многодетных семей, как, впрочем, и всех родителей, они не намерены.